тесто делать. Пирожки напечем на Новый год, да? Ага, да. Ну. Бабушка, веришь в Деда Мороза? Ну, конечно, верю. Конечно, верю. А вы что, не верите? Он же подарки детям привозит. А ребята сказали во дворе, что нет Деда Мороза. Ребята сказали во дворе, что нет Деда Мороза. А давайте мы проверим. Давайте мы с вами напишем письма Деду Морозу. Сереж, вот ты какой подарок на Новый год хочешь? Я хочу синего робота. Синего робота? Да. Я хочу красную подклеточку, чтобы там были цифры. Ну, значит, мы сейчас давайте напишем Деду Морозу. Я скажу за листик. Думаю, как это очень интересное письмо. Сереж, давай, садись вот здесь. Я тут еду. Совсем не умею. Ну, ты нарисуй тогда, что ты хочешь. Дальше. А теперь надо будет положить эти ваши письма за окошко в комнате, в спальне. А ночью придут от Деда Мороза гости какие-нибудь, например, гномики, и заберут ваши письма, и ему отвезут. Ой, я хочу еще елочку нарисовать. Откуда ты, бабушка, знаешь? А вот знаю, давайте проверим. Кирочка, ты тоже написала все? Да. Вот елочка. На ней игрушки. Сворачивайте и несите за окошко. Ой, окошко. Я ее не нарисовала. Надо масло. Нам без масла не поесть, Саня. Тебе лучше. Да ты не видишь, что ли, что вон оно не едет? Ты масло почему не взял? Надо было ночью меня разбудить. А у них санки не катились. Так они письма Деда Мороза повезли. Я им масло подсолнечное дал. А как бабушка пироги печь будет? Ой, Сид, смотри, это телевизор. Спасибо, Сережа, от Деда Мороза. Ой, а масла-то нету. Ну, понятно. Опять у них сани были не смазаны. Как в старые хорошие времена.